Одним из любимых мест отдыха горожан стал Воронежский зоопарк. Здесь много различных животных, в том числе экзотических – птиц, рептилий. Особенно привлекательным является контактный зал, где можно погладить питомцев зоопарка и покормить. Однако условия содержания животных давно пора улучшать. Слишком тесные клетки хищников приносят им, мягко говоря, дискомфорт. Поэтому новость о том, что на территории зоопарка начнется строительство больших вольеров, стала для всех настоящим праздником. В этом вольере будут обитать три медведя, пара рысей и тигрица. Вольеры предназначены для этих животных, в том числе и для зимнего содержания. Несмотря на то, что они не боятся холодов и наших суровых зим, подразумевается и помещение для зимовки, возможно, вынашивания детенышей и последующее выращивание там детенышей. Также подразумеваются служебные помещения, где будет отдыхать персонал, переодеваться. Одним словом, это будет огромный комплекс, в котором будет удобно всем, и животным, и посетителям, так как будут огромные смотровые стекла и отсутствие клетки, и обслуживающим персоналу, так как продуманы системы шиберов безопасности для всех до мелочей. Стройку планируют завершить к концу следующего года и сдать объект к 20-летию зоопарка. Когда у хищников появятся новые вольеры, тигрицы-шилки подселят пару.